Здравствуйте, уважаемые трейдеры, клиенты компании A-Markets. Из данного видео вы узнаете, как сменить тип торгового счета и чем они отличаются. Для начала войдем в личный кабинет на сайте компании. Обратите внимание, что сменить тип счета возможно только при условии, что у вас нет открытых позиций и отложенных ордеров на счете. При этом во время перехода на другой тип счета все персональные настройки графиков в терминале будут утеряны. Для того, чтобы избежать этого, нужно предварительно сохранить шаблон в терминале MetaTrader 4. Если у вас еще нет торгового счета в компании, то необходимо открыть его, выбрав в меню раздел «Трейдинг» и затем «Новый реальный счет» либо «Новый демо-счет». Для изменения типа счета выберите раздел «Трейдинг», «Смена типа счета». Укажите счет, параметры которого необходимо поменять, а в следующем поле выберите «Новые характеристики торгового счета» и нажмите кнопку «Подать заявку». Подобные заявки обрабатываются в рабочие дни в течение нескольких часов. После успешной смены типа счета на почту поступит соответствующее уведомление. Подробную информацию о типах счетов и преимуществах каждого из них можно увидеть на сайте компании в разделе «Трейдинг. Условия торговли». Первым параметром, который можно поменять в личном кабинете, является технология исполнения ордеров на типе счета «Директ». Для данного типа счета вы можете выбрать «Instant» или «Market исполнение». «Instant исполнение» – это мгновенное совершение сделки по той цене, которую вы видите в терминале. «Market исполнение» подразумевает рыночное исполнение ордеров, которое защищает вас от реквотов и задержек. Также к типу счета Classic и Direct вы можете подключить сервис SwapFree, который позволит избежать списаний за перенос открытой сделки на следующий день, так называемые swap-пункты. При этом важно учитывать, что сервис SwapFree доступен только на счетах с технологией исполнения Instant. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!